Covenant believe that what they call the Silent Cartographer is somewhere under this island. The Cartographer is a map room and will lead us to Halo's control center. The island has multiple structures and installations. One of them contains the map room. We're approaching an LZ! It's gonna be hot! Get set to cut out quick! Touchdown! Hit it, Marines! Хорошо, пойдемте найдем этот молчаливый картограф. Ой, так я же вроде перезарядил сразу, нет? Нет. Куда пошел? Да, ёлки-палки, опять буду. Так, ну вроде как... Типа зону зачищены, можно выбрасывать. Выбрасывать штуку. Вот такую вот именно штуку. Давай побыстрее. Пацаны, давайте. Okay, let's move out. Let's go find the map room that will show us the location of Halo's control center. Поехали, найдем этот рум. Стреляйте, стреляйте, говорю. Там что-то есть? Ну-ка, давайте посмотрим. Такое ощущение, что здесь как бы типа подъем. Раньше вроде его не было. Так, ну этот отъехал. Нет, это просто текстурка такая. Слышь. Ау. Блин, почему-то не прыгнул, а? Главное, разбежался так, чтобы прыгнуть, а он взял и не прыгнул. Давай, братюк, ты сможешь. Так, этого сразу убьем. Вот так вот, почему ты сразу не сделал? Ну ничего, красотень. А было вот так вот было. Более знакомо и привычно. Давай, мочи. Это не наши. Их надо мочить. Давай. Готово. Так, и нам вот сюда. There, in the cliff wall. I'll bet the silent cartographer is somewhere inside that. Чё, патроны кончились? Блин, уже? Фига себе. Ладно, патрон-то мы, положим, найдем. Так, а как же переключать? А, вот, подожди. Вот это вот, пожалуйста, мне. Вот эту штуку запили. Covenant are putting up a real fight. The cartographer must be here. My analysis indicates that the map room should be at the bottom floor of this facility. Let's keep going inside. Пойдем. Где-то тут оно. Don't let them lock the door. Легко сказать.
закрыли все-таки. О, я еще себе хорошенько так. I underestimated the Covenant's understanding of Halo subsystems. They've locked the doors, and we don't have enough firepower to get through them. Понятно. Go ahead, Cortana. Have you found the control center? Negative, Captain. The Covenant have impeded our progress. We can't proceed unless we can disable this installation security system. Understood. We're still en route to the objective. I may be out of contact when we get there. Here are your orders. I want you to use any means necessary to force your way into the facility and find Halo's control center. We have to get to the center before the Covenant. And failure, people, is not an option. Я что-то раньше такого не замечал. Короче, разговор был в том, что они связались с капитаном Кисом и доложили, что не смогли войти внутрь комнаты картографа. Кис дал приказ использовать любые средства, дабы проникнуть все-таки внутрь. Какие именно средства, он не уточнял. Так, где там, где тут-то моя машина? Где тут моя бибика? Короче, что нам? Надо найти путь альтернативный. Для того, чтобы отключить систему защиты, которая блокирует двери. Тихо! Не падай, да что ж ты какая. Очень туго управляется. Нет, она хорошо управляется, но к ней привыкать надо, к этой бибике. Поехали дальше. Куда-то. Похоже, где-то здесь есть путь внутрь острова. Это нам и надо. А зря я, наверное, патрон, то есть это гранаты трачу. Есть у меня такое ощущение, что я зря это делаю. Так, но эти со мной не пойдут, потому что я здесь просто тупо не проеду. Вот он, секретный типа путь. Так, а мне дали патроны-то? Нет? Не дали патроны? Это печально. Так, тогда надо заменить. Че там? О! Привет! Один остался. Так, заменим пушечку. И да, вот здесь вот будет сейчас очень весело. Ха-ха, два охотника, блин. Куда пошел? Вот именно поэтому я играю на легком уровне сложности. Потому что эти охотники здесь не просто адовые, и их много. Черт, плохо. Сдох? Нет, не сдох, блядь. Сука. На еще.
помер. Таки один. Ждем восстановления щита. Один остался там. Ну, с одним-то полегче. А эти откуда? На, умоляем. Только я решил по тактишу все это дело сделать, как появились какие-то придурки и решили мне обговнять всю малину. Ты меня не видишь, понял? Попал. А был близок. Попал? Попал. Вот так вот. К сожалению, патронов нету практически. Здесь нету. Черт возьми. Идем дальше. Ай! Ай, у меня нету. Вообще нету. Так, все. Я зол. Дайте. О, спасибо. Готов. Упал. Отжался. Так. Так, для нее не дают ничего. Блин, ну жалко винтовку выкидывать. А, ну в принципе норм. Заряд хороший. Так, куда уж тут идти-то? Туда, по-моему, куда-то. Вот сюда, да? Да? Да ведь? Или нет? Или да? Ну, поскольку есть враги, как минимум адресом я не ошибся. Так. Здесь у вас чё? Так, а вот здесь вот все-таки надо менять вот на это дело. Я просто помню это место хорошо. Блин, мне бы аптечку. Какая вот из них аптечка? По-моему, никакая, да? Ладно, возьмем вот это. Усиление щита. И пойдем вниз. Тут нас ждут. Ага, вот они. Слушай, хватит уже так делать. Попал. Да, попал. Так. Отходим. Черт. Чуть бы его не убил, кстати говоря.
Благо, тут есть еще один такой же. Еще бы чуть-чуть и убил бы. Слушай, братюн, может, ты сделаешь всем одолжение и сдохнешь? Нет? Я так и знал. Тьфу, ё мать. Так. А вроде как нормально, да? Живу я. Но оно меня не видит. По-моему. Да ведь? А вот теперь ты, по-моему, да, все. Нет? Твою мать! Вот теперь все. И пойдем дальше. Нам куда-то сюда. А вот и use the hollow panel to shut down the security system. Good. That should open the door that leads into the main shaft. Indeed. Так, туда прыгать. Плохая идея. Очень плохая идея туда прыгать. Mayday, Mayday! Dropship Bravo 22 taking enemy fire! Repeat, we are under heavy fire and are losing altitude! Понятно, там кто-то под обстрелом. Ух ты ж мать твою! Ах ты тварь такая! Ах ты тварь такая! Где ты? Вот ты, да? Ага, вас двое. Убиты. Ну ладно, хоть без этих чертовых своих ножичков. Ай да. Нам отсюда надо сваливать. Не хочешь? Ай, черт. Чуть бы он не спрыгнул. Весьма так конкретно. Bravo 22 was bringing us some heavy weapons. After I saw we were up against hunters, I thought you could use them. По-моему, тут можно спрыгнуть. Keep an eye out for any cargo we can salvage. Ну да. Тащим-то можно. Стоит такой. Привет. А что у вас тут? А, пацаны? Инопланетной наружности. Вот как-то так. Все отъехали. Так, но здесь нам больше ничего не надо, нам надо спускаться. Ау, дурачок. А где я припарковал свою бибику? Кто помнит? Вообще не помню. Но нам надо найти эту бибику. Жалко, что здесь нет ускорения, как, например, в четвертой части или в пятой. Чтобы можно было спринтануть. Нельзя тут спринтануть, к сожалению. Так, ага, вот. Вот где-то здесь я припарковал свою точилу с братюнями. Где? Где стоите? Ага, вон. Ждут, сидят. Как служба?
Охраняете? Молодцы. Теперь возвращаемся туда, где было заперто. Пим. О, тут уже новые подошли. Давайте, давайте. Ой, блин, там... Там чертов... Чертов охотник, а у меня есть гранатки-то. Два охотника. Вот это уже плохо. Вот это мне не нравится. Слушайте, тут вроде была ракетница, насколько я помню. Где-то тут должна быть ракетница. Я, конечно, с подмогой, но... Подмога мне тут не зарешает вообще ничего абсолютно. Мне нужна ракетница. Это не здесь, да? Угу. К сожалению, да, это не здесь. Блин, ну опять с двумя этими чертовыми хантерами. И тут что-то все замокло. Похоже, наших-то порешали уже. Пока я тут бегал, искал. Да? Ну да. Вон они стоят. Бегают, 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 твою мать. Уроды. Упал. Хорошо, вошло. Хорошо, что они медлительные и тупые. Ай, блин. Вот теперь это будет довольно печально. Сука! Ну, конечно, я сам подорвался, но, блин, вот именно из-за этого вот, из-за вот этой вот фигни. Давай хоть проедем как можно дальше. Да, проехали. Давай, 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 давай. Мочи их. Да не их мочи, их мочи, блин. Давай. Давай, 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 давай. Я тебя даже подмагну. Вот так вот. О, вот это... Даже лучше получилось, чем раньше. Надо было сразу их давить. Патрончики. Блин, мою бы аптечечку, пацаны. Аптечечку. Пожалуйста. У меня нет аптечки, у меня одно отделение ХП. Просто жуть, жуть, жуть. Зато чекпоинт. Сюда можно пойти. Черт, 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 уходим. Натя. Тихо, 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 тихо. Ты
что, больной, что ли? Выбежало оно тут, понимаешь. Нет, а что там тогда? А, это типа обход. Понял. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет, это называется. И нормальные герои всегда идут в обход. Да, определенно здесь стало красивее, чем когда-то было. Вот так вот это когда-то было. Мрачняк полный. Слушай, а куда я пришел? Что-то я обошел все. Обошел все, ничего не нашел. Это называется вот дверь. Она здесь как-то хреново подсвечена. Чё, где кто? Кто, где, кто, зачем? Куда? Спрятаться он решил за текстурки. Эй, блядь, ты что вы заладили? Ходим. Это уже не смешно. Я уже за последние, по-моему, минут 15 или 20 мы убили уже 4 охотников и еще 2. Что я с ними делать должен, по-вашему? Я понял, что убьют. Я думаю, что здесь можно обойти, а здесь нельзя обойти. Что с этими придурками ты делаешь? Так, а ну-ка, подожди. Что у меня тут? Ну-ка. Дай! Ёпт! Не! Сука! Твою мать! Куда бежать? Твою мать! Ну, здесь, конечно, блин, на кооп все рассчитано. Один должен отвлекать, другой должен за спину заходить. Ненавижу вот охотников именно вот из-за этого. Из-за того, что они вот тупо рассчитаны на кооп. На закруживание. И одному здесь вообще очень тяжко. Вот именно поэтому я и играю на легком уровне сложности. И то убивают. Это легкий уровень сложности. А ну-ка. Попал. Ну, типа того, конечно, но не сказать, что очень хорошо. Да. Сколько осталось? Оба, сука, живы. Да ладно. Все понятно, короче, с вами. Так, у меня есть еще гранаты. Да, ё-моё, нет гранаты, я последнюю, как идиот.
Вот это в жопу зафигарил. Да давай уже убей ты его, блин. Попади ты уже в него, ну. Посмотри, какая падла, а. Что вот с ними делать? У меня гранат нет, все, я, как говорится, в заднице. Честно слово. Что, надо грузить чекпоинт, наверное. Ага, один хотя бы сдох. Ой, прошу прощения. Да, ебать твою мать, а. Вот и загрузили чекпоинт, это называется. Да сдохни ты, тварь, а. Ну хорошо, хоть он его убил. Там пуляет еще. О. Ну-ка, где вы там? Пацаны, пацаны. Ох, ёпта. Ай, блин, да что ты все время где-то застреваешь-то, ёлки-палки. Так, не туда, не туда, вон туда. Черт возьми. Как с вами разобраться-то, а? Твари вы, безмозглые. Мать твою. Нет, нет, не пойдет так. Я попал? Да, попал и... Блин, тут нужна ракетница, но ракетница-то не была. Была бы ракетница. Я помню, что я когда проходил, здесь была ракетница. Чёрт бы вас побрал. Твари вы ебаные. Короче, надо пробегать, наверное. Потому что с ними бесполезно тут херачиться. Где тут выход нафиг? Вот. Вот, 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 вот. То, что надо. Все, и сидите там в натуре. Да. В принципе, я был прав. Okay, people, we got company coming. Let's set the table. Engage enemy forces on site. It'll be easier to hold them off from inside the structure. Can you get inside? Да, ну это нереально, блин. С ними, с двумя. Да и без ракетницы. We'll be in a tight spot if we don't get out of here before additional reinforcements arrive. Let's find that map. Все, короче, плохо, понятное дело. Ничего важного они особо не сказали. А нам нужно что-то делать. А что нам делать? Я опять потерялся здесь нафиг. Ненавижу здешние... А, во, что-то есть. Что-то есть. Спускаемся ниже. О, чекпоинт. Если чекпоинт есть, значит мы... В общем и целом пришли по адресу.
Так, кончились патроны. У кого из вас есть пушка? Для тебя. Вот у тебя есть пушка. Нет, подожди. Это не та пушка, ну. Ой, ёлки-палки. Понятно все. С вами. Куда-то улетела пушка. Так, вот это я возьму. Блин, аптечек не дает. Вообще не дает аптечка. Смотрите-ка, а. Либо я их опускаю постоянно. That hollow panel should activate the map. Да-да-да. Давай. Analyzing. Halo's control center is located there. That structure appears to be some sort of temple or shrine, if I interpreted this correctly.